Муниципальное предприятие «Алабия Картошина Д» в этом году продолжило работы по утеплению скамеек на остановках общественного транспорта. Происходит это по просьбе горожан, поскольку на металлических лавочках сидеть некомфортно. Решение этой проблемы нашлось простое. Поверх металлической конструкции кладется деревянный настил. В сентябре прошлого года таким способом обустроили 20 скамеек. В этом сезоне число утепленных скамеек выросло в разы. На прошедший месяц было утеплено по 18 ноября улице 89 скамеечек. Что касается малых улиц, это улица Варшавас, там всего лишь ушло 5 комплектов. К счастью, новые настилы пока не привлекли внимания вандалов, чего не скажешь о павильонах автобусных остановок. Стекла на них бьют практически каждую неделю. Стоимость одного стекла – 80 евро. Если к этому прибавить стоимость работ, а также тот факт, что на одной остановке обычно установлено по 2-3 стекла, то размер ущерба из десятков евро переходит в сотни. Недавно предприятие «Алабия Картошина Д» объявило конкурс по закупке 8 новых павильонов. Их планируется установить в отдаленные от центра микрорайоны, поэтому и требования к материалу, из которого они будут изготовлены, особые. Там, где зачастую вандалы чувствуют свою безнаказанность, вот туда и будут устанавливаться данные остановки. Да? То есть они имеют не стеклянную поверхность, это перфорированная жесть, перфорированный металл, который вот будет в металлическом обрамлении. Да? То есть чтобы вандалы не могли бы покуситься на стекло, на хрупкость стекла. Помимо покупки новых павильонов, предприятие «Алабия Картошина Д» по просьбе жителей отремонтировало две старые кирпичные остановки в Нидеркунах.